Наступление холодов всегда вызывает тревогу у сотрудников МЧС. В осенне-зимний период горожане начинают использовать для обогрева помещений электрические приборы и газовые конфорки. Регулярно сотрудники МЧС проводят рейды. В них ежедневно задействуют до 70 человек. В так называемой группе риска – пожилые, одинокие люди. В этом году в огне погибли 95 человек. Почти половина из них – пенсионеры. Чтобы страшная цифра не увеличивалась, спасатели проводят инструктажи и напоминают правила обращения с огнем. Мы привлекаем к этим мероприятиям добровольцев, представителей органов местного самоуправления, старост, деревень. То есть самый широкий спектр людей-специалистов у нас в этой тематике затронут. Мы проводим подворовые обходы, мы занимаемся распространением агитации в различных формах, лишь бы достучаться до людей, чтобы эту цифру как минимум оставить той же, если уже невозможно сократить.